Друзья, всем привет! Ни для кого не секрет, что в 2018 году проблемы очень большие возникают с оформлением электронными полисами, и поэтому я хочу вам предложить два решения. Решение номер один. Я приглашаю вас в наш тренинг «Страховой брокер на миллион», в котором мы пошагово, степ-бай-степ, обучим вас, как оформлять электронные полисы, какие есть лайфхаки, какие есть фишки, которые позволят оформлять эти полисы быстрее, более надежных компаниях и с меньшей затратой своих сил и энергии. Да? То есть и в конечном итоге вообще, в принципе, их оформлять, доводить до конечного результата. Второе решение, вы можете нам это оформление делегировать. То есть вы берете у клиентов, например, за оформление 1000 рублей и делегируете это оформление нам. Да, не за 1000 рублей, а за меньшее количество денег. Но, тем не менее, вы ничего не делаете, вам не нужно нанимать дополнительных специалистов, вы просто этот процесс делегируете профессионалам. Да, почему мы? Потому что у нас порядка там 150 студентов в режиме реального времени оформляют каждый день электронные ОСАГИ, и с нами сыпятся эти знания. Мы в каждом моменте понимаем, как, что, как сделать. Кроме того, у нас уже наработано очень много лайфхаков, таких, которые никогда никакой клиентов до них просто так не дойдет, если он там не супер-вундеркинд и не адский там программист и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у нас есть такие лайфхаки, которые позволяют нам эти полисы оформлять в тех случаях, когда другие этого сделать не могут. Вы делегируете оформление нам, и в конечном итоге у вас это получается. Как делегировать? Давайте я вам покажу это на демонстрации экрана. Вам нужно будет зайти на нашу страницу ВКонтакте. Заходите на нашу страницу ВКонтакте, набираете мультифинанс, набираете. Дальше написать нам сообщение, пишите «Добрый день, отправьте мне инструкцию по ЕОСАГО». Мы отправляем вам инструкцию, вы отправили, потом мы отправляем вам эту инструкцию. Она выглядит вот таким образом. Вам нужно зарегистрировать Telegram. Мы работаем через Telegram. Дальше, если не знаете как, расскажите нам, мы научим. Дальше вы отправляете нам текстовое сообщение ЕОСАГО мультилидеру, то есть мне, и также указывает свой номер телефона. Далее пишите текстовое сообщение в техподдержку о том, что меня зовут так-то, так-то, а техподдержка доступна по адресу @lifemultibot. Пишите: «Добрый день, меня зовут так-то и так-то. В течение такого-такого времени я отправлю заявку на первого клиента». Следующий шаг, четвертый. Отправляйте нам документы. Заходите на эту страницу. Здесь опять же есть инструкция, как все правильно сделать. Все, документы прикрепляете, данные необходимые заполняете. Шаг номер 5. Мы в техподдержке получаете подтверждение, что все в порядке, мы заявку получили. Далее, шестой шаг. После того, как мы... Кстати, вот здесь на этом этапе, пожалуйста, в комментариях указывайте свой номер, ну не номер телефона, а как вас зовут, чтобы мы могли идентифицировать эту заявку. Да? Потом мы вам там присвоим своего заказчика, и вы будете уже работать таким образом. Далее. Получаете ответ от техподдержки, что вашу заявку взяли в работу. После того, как вам оформлен полис и он дошел до этапа оплаты, отправляем вам информацию из полиса на проверку. То есть вы проверяете. Дальше отправляем вам ссылку на оплату. Вы ее оплачиваете. Дальше страховая компания присылает нам полис. Вы оплачиваете нам за нашу работу. Далее мы отправляем вам полис через техподдержку. Все. В каких страховых компаниях мы это делаем? В 10 топовых страховых компаниях. Альфа, ВСК, Ренессанс, Эрго, Ренессанс, Макс, Ингострах, Соглас, Тинькофф, Согаз и так далее. То есть сардельки страхования мы ничего не оформляем. Но если вдруг там какая-то, ну прям экстраординарная ситуация, то по согласованию можем это с вами сделать. Все, друзья. В общем, такие две новости. Надеюсь, они будут вам полезны. Всем счастливо. Ссылки будут рядом с этим видео. Пока-пока.